Добрый день, дорогие друзья! Очень рад приветствовать всех, кто хотел бы научиться правильно ухаживать за нуждающимися в уходе людьми и помогать тем, кто попал в больницу и нуждается в уходе, тем, кто лежит дома и не может сам себя обслуживать. Это очень важное, очень нужное дело, которое нужно, прежде всего, я думаю, для тех, у кого есть силы и возможность его совершать. Очень наши сестры, которые ухаживают за больными, они у нас самые такие радостные, хотя у них трудная жизнь бывает, но меньше бывает искушений каких-то, больше какой-то простоты в их сердцах. И образ сестры милосердия в прежнем понимании этого слова, сейчас сестра милосердия – это часто достаточно женщина, которая занимается катехизацией и миссионерством, и помощью священнику при совершении таинств. А сестра милосердия в прежнем понимании – это сестра, которая как раз ухаживала за больными. И образ сестры милосердия в наше время, когда все подвергается критике, во всем стараются найти что-то плохое, в наше время образ сестры милосердия, он ничем, мне кажется, не запятнан и вызывает уважение у людей. И очень радостно, если таких сестер милосердия в нашей стране будет больше. Говорят, что записалось около 200 человек на наш семинар. Если хотя бы кто-то из них будет совершать это служение, конечно, это будет очень радостно для всех. И прежде всего, конечно, для самих сестер милосердия, для вас, для будущих сестер милосердия. Мы сегодня с вами поговорим о том, что у милосердия должна быть основа. Без этой основы милосердие, которое вроде бы свойственно человеческой природе, может иссякнуть, может запачкаться в каких-то грехах. К нему могут присоединиться какие-то страсти. Тщеславие, сребролюбие, бывают и другие страсти примешиваются к этой добродетели. Должна быть какая-то правильная основа у милосердия, которым вы хотите служить. Что может быть этой основой? Ну, разные есть основы милосердия. Бывает это чисто человеческая, природная, естественная жалость, сострадание, которое было, скажем, у милосердного самарянина в Евангелии. Бывает это желание искупить какие-то свои грехи, так тоже бывает. Бывает, что человек к этому приходит, потому что в этом находит смысл жизни. Он иначе не видит смысла жить на земле, и жить на земле, не помогая другим, кажется ему лишним. Он не хочет жить для себя, не видит смысла во всем том, к чему люди стремятся, в карьере, в деньгах, в удовольствиях. Такое тоже бывает. Но мне кажется, что для нас с вами, для православных христиан, конечно, такой основой должно быть не что-то, а кто с большой буквы. Господь и Бог наш Иисус Христос. В общении с Ним, в памяти о Его словах, в исполнении Его заповедей и будет очень твердая основа для дел милосердия. И не только для дел милосердия, а для жизни самой. И вот мы с вами сегодня, конечно, должны подумать, как нам укрепить эту основу в наших душах. Как вам эту основу утвердить в своей душе. Потому что, когда у человека меняется жизнь, ему бывает сложно сохранить равновесие, бывает сложно правильно распределить свое время, и бывает сложно не потерять трезвость, рассудительность. А если вы начнете учиться у нас на вебинаре, если вы начнете заниматься более усердно делами ухода с больными, то, конечно же, ваша жизнь как-то изменится. И поэтому, конечно же, очень важно уделить основе милосердия самое большое, самое такое главное внимание. Преподобный Иустин Попович, такой замечательный святой, который жил в XX веке,
был гоним, жил он в безбожном государстве в Сербии, и там власть захватили и коммунисты, он при них жил, и до этого тоже. Вот он говорил, что милосердие – это милость Божия, которая входит в наше сердце и преобразуется в милосердие разными добродетелями. Тут очень важные, мне кажется, слова, о которых мы с вами не должны забывать. И есть еще одна цитата, с которой я хотел бы тоже начать нашу с вами сегодняшнюю беседу. Она немножко такая страшная. Но мне кажется, что человек, который хочет помогать больным, человек, который будет видеть страдания других, будет свидетелем, может быть, смерти своих больных, он все-таки должен ничего не бояться и быть бесстрашным человеком. Это цитата преподобного Марка Подвижника, такой замечательный святой. И есть его творение. Святые очень часто писали свои слова в ответ на чью-то просьбу. Они никому как-то не навязывались, жили в пустынях, но когда их просили о чем-то, они не могли отказать в просьбе, поэтому излагали свое учение таким образом, отвечали на вопросы. Так вот и преподобный Марк Подвижник тоже написал это послание одному иноку, который просил у него совета и наставления. И вот здесь есть такие слова. «Кто не предаст себя всецело на крест в смиренном мудровании и самоунижении и не повергнет себя пред всеми на попрание, унижение, презрение, онеправдывание, осмеяние и поругание, чтобы переносить все это с радостью Господа ради, не ища ничего человеческого, ни славы, ни чести, ни похвалы, ни сладкой ясти и питья, ни красных одеяний, тот истинным христианином быть не может». Какое строгое определение истинного христианина. Истинный христианин – это тот, кто себя предает всецело на крест, в смиренном мудровании, самоунижении. Во-первых, внутреннее делание, да, смиренное мудрование и самоунижение. Сам себя человек унижает. Но не только это. Еще истинный христианин повергает себя пред всеми на попрание, унижение, презрение, онеправдывание, осмеяние и поругание. И переносит все это с радостью Господа ради. И не ищет ничего человеческого, ни славы, ни чести, ни похвалы, ни сладкого ястия и питья, ни каких-то одежд красивых. Такой человек вот называется истинным христианином. Боюсь, мы с вами скажем, что мы не истинные христиане. Но это может быть и хорошо. Потому что, конечно же, если мы хотим учиться добродетелям, то первый добродетель – это видение своих грехов. И некоторые даже говорят, как вот увидеть свои грехи, как увидеть свое несовершенство. Ну, открой Евангелие и живи по нему. И ты сразу поймешь, что для тебя заповеди, которые излагаются в Евангелии, недоступны, ты не можешь так жить. И от этого придешь в сокрушение, от этого придешь в сознание своего ничтожества. А еще говорит один святой, что если человек хочет победить страсти, он должен понять и осознать, что он победить их не может. И тогда он, смиренно исповедуя свое ничтожество перед Богом, получит помощь, и Господь победит эти страсти. Вот как интересно. И поэтому, конечно же, вот это понимание того, что ты сам из себя представляешь, память о своих грехах, является очень важным основанием для получения той милости, которая может преобразиться в милосердие. И нужно этому учиться обязательно. Если говорить о смирении, то это добродетель таинственная. Как только мы скажем с вами, что мы научились смирению, как только мы подумаем, что мы достигли чего-то, мы тут же потеряем смирение. Так удивительно. И Авадорофей говорит, что смирение – вещь таинственная, и не объясняет, что это такое, а говорит о пути к смирению. Об этом, конечно, нужно обязательно помнить.
Есть разные способы научиться смирению. Это и труд, который вы будете совершать в больнице, правильно совершаемый, в сознании своего ничтожества, в желании ни похвал, ни чего-то еще, а в желании послужить ближним так, как заповедал Христос. И в этом служении можно помнить о его словах, что все, что мы сделаем для нашего ближнего, мы сделали для него, это служение Христу. Это тоже очень важно, конечно, об этом помнить обязательно. В этом, в молитве, конечно же. И, конечно же, в том, чтобы считать себя хуже других, понимать это, чувствовать это. А если чувствовать это означает принимать от других все укоризны, замечания, спокойно, не обижаясь, не гневаясь, не раздражаясь в ответ на все то, что нам скажут негативного про нас самих, на все то, как нам отнесутся, если относиться к этому совершенно уже спокойно. И еще есть один замечательный способ, наверное, самый главный и самый нужный, без которого мы с вами не можем научиться ни любви, ни смирению, без которого мы с вами не можем приблизиться к Богу. Это участие в том таинстве, которое является главным делом в жизни каждого христианина. Я говорю о литургии, которая так и называется «Общее дело», и является главным делом для нас с вами. Я говорю о литургии, во время которой нам наиболее понятно, явно становится то, что Господь с нами. И участие в Евхаристии, конечно же, учит нас всему. Боюсь, что вы не все хорошо знакомы с литургией. Конечно же, наверное, вы знакомы с песнопениями какими-то, может быть, вы понимаете смысл того, что говорит священник. Но есть тайные молитвы, которые вам не слышны, которые священник читает в алтаре. А эти молитвы являются на литургии самыми главными молитвами. Самая главная молитва на литургии читается после пения символа веры. И, конечно же, хорошо было бы нам с вами познакомиться с этой молитвой, понять, как мы должны в это время молиться. Эта молитва тайная, но тайная не для вас. Вы же хотите быть сестрами милосердия, хотите быть служительницами церковными, хотите служить ближним, так как заповедал Господь. Это тайна для тех, кто не причащается, тайна для тех, кто не крещен, тайна для тех, кто пренебрегает заповедями. А для вас это, конечно же, не тайна, для вас это важное очень дело. И вы должны вникнуть в него, должны лучше понимать те слова, которые произносятся в храме. Но мы с вами сегодня не будем говорить об этой главной молитве литургии, а я вам просто напомню одну из молитв. Чтение этой молитвы предваряет внесение в алтарь Евангелия. Раньше, если служил литургию епископ, он как раз в этот момент и входил в алтарь. То есть это было начало, собственно говоря, литургии, начало служения литургии. Ее предваряло пение псалмов, предваряли евтиньи какие-то, но все-таки вот с этого начинался вход в святая святых. Это очень такая, стала быть, важная молитва. И когда она читается, вот в это время готовится к входу в алтарь с Евангелием. И во время чтения этой молитвы священник вспоминает обетование, которое дал нам Господь. Господь сказал, что если двое или трое согласятся о чем-то просить во имя Его, то будет им это. Мы на литургии с вами об очень многом просим. Просим о безболезненной кончине, просим о наших усопших, об их упокоении, просим, молимся о патриархе, о его здравии и о помощи Божией ему в его тяжелом, трудном очень служении. Молимся о мире во всем мире, молимся о нашей стране, о нашем городе, о властях, о священниках, о храме, ну, об очень, о хорошей погоде молимся. Молимся об очень многом во время литургии. Ну вот и просим очень многого. Но вот самое главное, что мы должны просить, оно как раз заключается в словах этой молитвы. Во время этой молитвы мы вспоминаем слова Христа, которые он
которому он обещал исполнить наше прошение, если будем согласны просить его о чем-то. И просим, чтобы он даровал нам в этом веке, в нынешнем веке, познание его истины. А в будущем дал нам вечную жизнь. И вот поэтому совершение литургии помогает нам каждый раз приближаться больше к познанию этой истины. Эта истина открывается и в словах, и в священнодействиях, и открывается таинственно, когда мы причаемся до Христовых тайн. Эта истина соединяет нас с тем, кто является основанием нашей жизни, кто являет нам свою милость, с тем, кто нас создал, с тем, кто нас любит, с тем, кто умер за нас на кресте. И переоценить значение этого таинства, конечно, невозможно. И если о нем рассказать все, что мы знаем, мы не скажем ничего. Гораздо больше останется нам еще непознанным. Это таинство удивительное, таинство, которое есть сама жизнь с Богом во Христе. Мы живем, когда совершаем литургию. И вот мы просим в начале службы, таким образом просим, чтобы Господь дал нам познать эту истину. Эта истина заключается, конечно же, в том, что Господь пребывает с нами, заключается в тех правилах жизни, которые нам открывает Евангелие. Мы каждый раз читаем Евангелие на этой службе. Конечно, заключается во многом другом. Но итог этого познания мы подводим, завершая Евхаристию, готовясь к причастию святых Христовых тайн. И здесь уже мы читаем молитву, которая всем вам знакома, которую все вы слышите и даже повторяете про себя, и знаете слова этой молитвы, наверное, наизусть. «Верую, Господи, исповедую, яко ты еси воистину Христос, Сын Бога живаго, пришедший в мир спасти грешников, из этих грешников я первый». Вот видите, перед причастием святых тайн, завершая молитвы Евхаристии, мы говорим, что мы первые грешники. И вот это знание себя, узнавание в себе первого грешника, это очень важный итог тоже литургии. Конечно же, не только это. Если оставить только это познание, то нужно тогда, наверное, впасть в уныние, подумать, как закончить скорее свою жизнь. Но мы же верим и исповедуем, что Христос пришел меня спасти. Меня, первого грешника, пришел спасти. Это удивительная вторая составляющая этого знания, или даже первая составляющая, мы с этого начинаем. Я исповедую, что Господь воистину Христос, Сын Бога живаго, пришедший в мир спасти грешников, из них же я первый. Очень важно. Поэтому, если говорить нам с вами о духовных основах милосердия, наверное, первой этой основой, самым главным, является обязательное участие в Евхаристии, обязательное участие в этом таинстве. И, конечно же, мы должны стараться причащаться святых тайн как можно чаще. У нас должно быть желание и стремление быть на литургии, причащаться чаще. Но, конечно же, это нужно делать со смирением, не дерзко, не решать самому, как часто я могу причащаться, а, наверное, нужно это обсуждать с духовником. И вот здесь мы переходим с вами ко второй составляющей важной, этой основы всякого духовного делания. Конечно, наша жизнь – это общение со Христом, с Богом, который таинственно присутствует в нашей жизни, устраивает нашу жизнь. Но есть люди, которые посланы Богом нам в помощь. Это священники, которым дается дар прощать грехов, прощение грехов, которые могут совершать Евхаристию. И, конечно же, без такого помощника человек остается таким духовным сиротой. Я думаю, что такого священника, духовника, нужно, конечно, выбирать. Нельзя считать первого встречного священника своим духовным руководителем. Не только потому, что священники бывают разные, мало все-таки священников недостойных, совсем небольшая часть такая есть, я от них первый, но не только поэтому, но и потому, что не каждый священник может быть духовным руководителем, и не всем нам подходит тот или другой священник. Кому-то нужен священник строгий, для кого-то очень важно, чтобы он был очень добрый, кому-то священник нужен очень образованный, многознающий, для кого-то достаточно простого священника. Разные бывают у нас
потребности и складываются отношения. Не всегда со священником так, что мы доверяем ему. Может быть, священник, которому мы доверяем. И вот этот священник как раз и должен определить, как часто нам нужно причащаться. Стремление должно быть у нас причащаться чаще, но бывает, что мы недостойны так вот часто причащаться. Это тоже очень важно помнить об этом. Вообще недостойны причастия. А частое причастие возможно только, когда человек живет совсем по Евангелию, когда он живет только для Бога. У нас много других и забот, и дел, много других. И мы не всегда готовы вести себя как должно. Мы иногда и ссоримся друг с другом, и теряем мир в душе. Без этого, конечно, причащаться часто нельзя. Не можем соблюдать молитвенные какие-то правила. Поэтому, конечно, должен быть священник, который будет определять, как часто мы должны причащаться. Я посоветую вам, дорогие будущие сестры милосердия или уже нынешние сестры милосердия, конечно, найти себе духовника. Мы живем в век интернета, в век развития всяких технологий. И, конечно, это, с одной стороны, очень плохо. Паутина интернета хочет всех нас поймать в себя. И там, конечно, присутствует очень много зла в этой паутине. Но вместе с этим есть возможность общения через интернет, через переписку, через почту электронную с теми пастырями, которые живут далеко где-то, но которым мы доверяем. Мы видим их слова, видим их выступления, слушаем их проповеди, читаем, видим их лица, они могут ответить на наши вопросы. Есть много священников, которые ведут переписку активную какую-то в интернете с духовными чадами. И, конечно, очень хорошо было бы, чтобы у вас был такой духовный руководитель. И есть еще одна возможность быть со Христом, такая очень важная. Господь сказал, что Он во все дни жизни с нами, но все-таки вот есть места встречи, которые Он назначил специально для того, чтобы мы были ближе к Нему. И Он сам нас ждет в этих местах. Это Евхаристия прежде всего. И, конечно, это еще и исповедь. Но когда исповедуемся, то священник говорит нам такие слова. «Здесь невидимо стоит Христос, принимая твою исповедь. Не устыдись и не убойся, и да не скроешь, что от Него». Видите как? И вот с этой верой мы подходим на исповедь. И когда мы наклоняем свою голову, священник покрывает нас епитрахилию, то нас накрывает рука Божия. А когда совершается таинство или освящение, на нашу голову возлагается Евангелие, то там прямо говорится, что это рука самого Христа. И с верой в это присутствие Божие в этом таинстве, с верой в силу Христа исправить нас, изменить нас, и нужно, конечно, подходить к исповеди. Но кроме этого, исповедь есть возможность начать свою жизнь потихоньку исправлять. Конечно, нам нужно во всем покаяться, у нас одинаковые грехи, одинаковые страсти действуют в нас. Эти страсти, они бушуют в нашей душе, наша душа разделена на две части. Одна – это, может быть, добрая, которая сохраняется в нас, несмотря ни на что, а другая часть – это такое море, взбаламученное нашим противником, дьяволом. И вот, наверное, каждой исповеди нужно стараться границу между добром и злом отодвинуть, расширить немножко то пространство добра, которое есть в нашей душе. И, конечно, это сделать сразу невозможно. Невозможно сразу вот искоренить в себе все страсти. Нужно делать это. Нам и вся жизнь дана для того, чтобы 70 лет человек должен прожить на земле, если в силах 80 лет, как раз для того, чтобы искоренить эти страсти. И нужно над этим работать изо дня в день. И нужно на исповеди правильно исповедоваться тогда. Нужно на исповеди конкретно покаяться в том, что вы сделали плохого в отношении каких-то конкретных людей. Не просто сказать «я гневаюсь», а рассказать, как вы гневаетесь, что с вами происходит во время гнева. Вас охватывает возмущение, вы не можете себя сдержать, у вас дрожат губы, текут из вас слезы, там, не знаю, что происходит, меняется ваше лицо, или вы говорите какие-то слова, или вы швыряете на пол там, посуду, или там, телефон, хлопаете дверью, там, надув щеки, молчите, там, или наоборот, кричите что-то. И подумайте, что же можно исправить. Нельзя, конечно, сразу успокоить свою душу и сразу выйти из власти того, кто так сильно влияет на нас. Ну, ослабить эту власть, конечно, можно. Молчать, когда ты гневаешься. Уходить в сторону. Молиться про себя усердно. Говорить слова противные тем, которые приходят на ум. С какими-то людьми особенно внимательными. Не гневаться и не сердиться хотя бы на самых близких людей. На маму, на мужа, на жену, на детей. На тех, на кого гневаться, ну, невозможно, нехорошо.
Как подумать, как это можно сделать? Так в остальных других грехах тоже. Мы не можем стать святыми, это невозможно для человека. Только Бог может нас очистить. Но сделать усилие над собой, подумать, что и как изменить, конечно, очень важно, очень нужно. Это вот еще одна основа, еще одна точка такая, приложение наших сил, если мы хотим построить правильно свой душевный дом. Есть третье очень важное дело, без которого, наверное, нельзя узнать, что и как мы можем изменить в своей жизни. Мы должны слушать священника, его живые слова очень помогают нам. Но есть слова самого Христа. Эти слова содержатся в Евангелии. И если не запомнить эти слова, если не довести их до сердца, если эти слова не соединить со своей жизнью, с теми понятиями, которые есть в вашей душе, то они останутся бесплодными. Как вот лекарство. Если принять капсулу, которая не растворится у тебя там внутри, это лекарство не подействует. Вот нужно обязательно, и мы много слов воспринимаем как некую форму, которая нам как не касается нас. И вот нужно обязательно эту форму как-то разрушить, проникнуть в суть этих слов и соединить в своей жизни, помнить о них. Если о них забывать, то они не будут действовать в нас. Нужно постоянно читать Евангелие. И в Евангелии есть разные места. В Евангелии есть рассказ о страстях Христовых. Очень важный рассказ. Есть рассказ о том, как Господь совершал чудеса. Очень важно об этом помнить, что у него есть сила воскрешать мертвых, исцелять больных. Есть его беседа с учениками, доверительная, удивительная беседа, очень помогающая утешиться, где он говорит, что мы не боялись с вами, и утешает нас. А есть и прямые указания Христа, как мы должны устраивать свою жизнь. И я бы советовал вам обратить внимание на 5, 6, 7 главу Евангелия от Матфея. Это место в Евангелии называется Нагорной проповедью. Апостол и евангелист Матфей, сборщик податей, был человеком, у которого был такой дар системно излагать учение, которое он услышал. Евангелист Марк записывал устную проповедь апостола Петра. Евангелист Лука излагал в исторической последовательности то, что говорил Господь. А вот евангелист-апостол Марк, он собирал изречения Христа, как думают вот, исследователи Евангелия, в одно место их излагал в такой системной форме. Поэтому очень важно с этим познакомиться. И с 9 заповедями, которые даны для достижения блаженства, и с так называемыми 6 антитезами, в которых говорится, как мы можем исполнить заповеди Ветхого Завета. И что они на самом деле означают? То есть некое противопоставление тому, чему учил Христос, и тому, что знали люди, которые жили до Него. Есть рассказ и о 3 самых главных добродетелях, о 3 деланиях добра в этом Евангелии, в этой Нагорной проповеди. Вот очень хорошо, чтобы вы как-то почитали об этом. И, наверное, эти слова сразу не будут понятны для нас так, чтобы мы могли их исполнять. Но, слава Богу, есть очень много толкований святых отцов. И, конечно, помимо Евангелия, нужно обязательно читать эти толкования. И обязательно не только читать толкования, но и то, что писали о своем опыте святые отцы. Если мы с вами собираемся помогать больным, то очень было бы хорошо познакомиться с поучениями того, кто сам ухаживал за больными. Я говорю не о святителя Войны Синецком, не о врачах-бессребренниках, а об одном святом, чья книга является азбукой духовного делания. Я говорю об Аве Дорофее. Ведь он же сам был братом милосердия, так сказать. В его подчинении была целая лечебница, где он ухаживал за престарелыми монахами, организовывал помощь, уход за ними. И в своей книге, в своих поучениях, он очень часто приводит примеры, из которых можно узнать, как раньше лечили врачи. Но для нас не это самое главное, конечно, потому что тогда врачебное искусство еще было
в своем таком развитии, наверное. Ну и монахи особенно не старались выздороветь. Для них главным было сохранить в здравии свою душу. Там есть рассказ про преподобного Досифея, когда Водорофей забыл применить лекарство одно, не до конца сваренные яйца. И преподобный Досифей даже, у него был помысел, что вот забыл врач, он был как врач для него, да, забыл врач нужное лекарство, которое помогает при кровохарканье, недоваренные яйца. Но для него важнее было спасение души, он не мог нарушить заповедь послушания своему духовнику, он не мог не рассказать ему свой помысел, но попросил не применять это лекарство к нему. И умер, в конце концов. Если бы он применил бы это лекарство, может, остался бы жив, но не знаю, может быть и нет. Но все-таки для него важнее было не излечение, а было важнее тело, излечение души. И вот Авадорофей в этом своем труде замечательном, очень просто, очень, мне кажется, понятно, но и очень глубоко пишет то, как мы должны устраивать свою духовную жизнь, что является основой милосердия в человеке. И я бы очень советовал вам эту книгу почитать. Я очень ее люблю, и вот читаю на протяжении уже нескольких десятилетий даже. И вы знаете, каждый раз нахожу для себя что-то новое. Каждый раз мне открывается все большая красота и мудрость этих слов о Водорофее. И я каждый раз рад бываю снова и снова услышать эти слова. Это удивительные, драгоценные слова, которые помогут и вам, я думаю, положить основу для дел милосердия. Первое – литургия. Второе – духовник и исповедь у него. Да? Третье – Евангелие и чтение святых отцов, которые, в общем-то, все толкуют Евангелие, даже если они не упоминают прямо, если нет прямо евангельских цитат в их писаниях, но это все-таки как раз толкование Евангелия. И жития святых, конечно, тоже, которые иллюстрируют Евангелие. И нужно обязательно читать о милостивых святых, брать с них пример. Ну и четвертое, по времени последнее, но не по важности, конечно, это то, что называется дыханием души. Дыханием души человека должна быть молитва. И нужно обязательно нам с вами научиться молиться так, чтобы молитва была радостью и помогала изменению в лучшую сторону вашей жизни. Конечно, очень хорошо, если у вас есть железные правила, которые вы вычитываете в любом случае, больны вы или здоровы, устали или не устали, но обязательно вычитываете, не обращая внимания на то, в каком вы состоянии, это лучше, чем совсем не читать. Некоторые люди говорят, ну что я буду молиться, я сейчас чувствую себя плохо, я устал, я молиться не буду. Но есть люди, которые все-таки продолжают читать молитву. Это очень хорошо. Но еще было бы лучше, если бы каждое слово молитвы вы произносили со вниманием. И чтобы было, может быть, меньше этих слов, но было больше понимание того, что вы читаете, было больше внимания и обращения к Богу. И я знаю, что вот один мой знакомый рекомендует такой способ молиться. Он говорит людям, которые не могут никак сосредоточиться, или к тем людям, которые привыкли прочитать правила, но забывают, что даже не прочитали, такое бывает. Ты вечером усталый, читаешь какое-нибудь там, читаешь правила свои вечерние, и к концу замечаешь, что ты читал не вечерние молитвы, а утренние. Со мной так бывало, кстати говоря. И, конечно, от этой молитвы мало пользы. Хотя, еще раз повторяю, что это лучше, чем вообще не молиться. И вот он предлагает, у всех же у нас есть телефон, да, но если нет телефона, можно взять будильник. Поставить какое-то время, сколько вы можете помолиться? 10 минут, 15. И включить таймер. И после этого уже не стараться все прочитать обязательно. Потому что мы, когда устали, нам хочется поскорее прочитать и лечь спать. Поскорее прочитать и залезть в интернет, посмотреть, как там с коронавирусом дела, или еще что-то такое. А вот здесь ты знаешь, что 15 минут ты уже никуда не денешься, ты должен будешь стоять. И тут уж как-то ты больше расположен именно говорить с Богом, беседовать с Ним. Молитва превращается в такую беседу с Богом. И каждое слово ты произносишь с чувством, с толком, с расстановкой, как-то понимаешь, что ты говоришь. И можно начать читать, повторять какую-то молитву. Можно все это время прочитать одну молитву «Отче наш». Это будет молитва тоже. И гораздо лучше, чем просто пробубнить там какое-то правило. Вот мне кажется, научиться молитве, найти такие молитвы, которые помогали вам, было бы очень-очень важно.
И, конечно же, это не только молитва утром или вечером, это молитва в течение дня, молитва, когда вы ухаживаете за больными. Наши сестры милосердия очень часто в некоторых отделениях делают перерыв в работе, чтобы вместе пропеть канон Божьей Матери, такой замечательный канон скорби душевной. Вот, мне кажется, это тоже очень важное основание, которое можно положить для того, чтобы стать хоть немножко лучше и привлечь милость Божию, чтобы она, войдя в наше сердце, помогла нам стать более милосердными, чем мы являемся сейчас. Прошло 40 минут, это обычное время для урока в школе. Я думаю, что можно заканчивать нашу с вами сегодняшнюю встречу. Если у вас будут какие-то вопросы, пожелания, я очень буду рад продолжить общение с вами и рассказать вам и побольше о литургии, и ответить на вопросы по Евангелию, помочь, может быть, решить какие-то духовные вопросы. Если у вас есть трудности, вы не можете задать их священнику, скажем, да? И, конечно же, поговорить и о молитве тоже. Я очень рад, что мы начали эту такую сессию, открыли эти курсы. Нам очень не хватает очень добрых сестер, милосердных сестер, и в церкви их не так много, к сожалению, и больным не хватает. И тем более, конечно, в этой ситуации, когда сейчас грозит нам эпидемия, конечно, нужны люди, которые бы не боялись ухаживать за больными, могли бы им помогать. Поэтому, конечно же, ваше участие в этих курсах и последующее ваше служение очень важно для всех, для нас. Спасибо вам большое за то, что вы решились на этот подвиг служения другим. У нас есть какие-то вопросы? Нет? Есть. Так. Сталкиваясь с одним из храмов в нашем городе, бывают сестры милосердия в возрасте, бывает с ними очень трудно, они очень ревностно относятся к своим служениям, не рады молодежи. Как все-таки правильно выстроить отношения, чтобы не происходило, что когда мы говорим о сестрах милосердия, возраст стал моложе, а не бабушке за 70 лет. Ну, бабушки, понимаете, можно создавать другое сестричество просто и другую общность. Действительно, такое бывает, такая бывает проблема. Бывают приходы очень хорошие, но они не пускают новых членов, да, стоят вокруг священника плечом к плечу и не рады приходящим людям. Это, конечно, неправильно совершенно. И в этом случае нужно создавать на новом месте новое общение, новое. Можно начать не с сестричества, а с служения добровольцев. И можно собрать добровольцев, которые будут. Среди добровольцев у нас очень много молодых людей, и молодых девушек. Поэтому это как-то хорошо. Почему в алтаре нет книги Апокалипсиса? А в алтаре она, может быть, и есть, она не читается, книга Апокалипсиса. Вернее, раньше она читалась Великим Постом как раз, по-моему, да? Апокалипсис читался. Но эта книга очень сложная, надо ее объяснять обязательно. Вот. Название книги, она так и называется, «Поучение», «Поучение Авдорофея». Она только одна единственная. У нее есть еще вопросы к старцам, которые жили в монастыре. Но их тоже можно почитать. Но сама книга называется «Поучение» просто. «Поучение Авдорофея», так она и называется. Дистанционно получить аттестацию нельзя, очевидно, да? Потому что для обучения уходу необходим контакт, необходима работа у постели больного. Так что в нашу программу обязательно входят и очные курсы. Мы будем делать их или у нас в Москве, или, может, приедем к вам, если будет такая возможность. Так что это нужно обязательно сделать. Вы хотите выделить время для более внимательного изучения литургии, да? Ну, даже не знаю, как тут нам быть с изучением литургии. Ну, хорошо. Тогда, дорогие друзья, я просил бы вас прислать ваши вопросы по литургии. Что вам непонятно о литургии? Что бы вы хотели узнать? Литургия – это вселенная. Другая, голубая вселенная такая, светящаяся, радостная. Это Царство Божие, литургия. Вход туда, через литургию мы входим. Это бесконечная тема, в нее можно говорить сколько угодно. Что вас именно интересует? С удовольствием поговорю о литургии на любую тему. Я очень люблю о литургии говорить. Вот, очень хорошо, хорошо. Бояться ничего не нужно. Нужно верить и молиться Богу. И я думаю, что не нужно ничего, это неправильно, чего-то бояться. Было, что власти запрещали богослужение в такое безбожное время, но люди собирались в квартирах, в катакомбах,
собирались и на дому, так, такое бывало. Так что бояться этого не надо. И я думаю, что в наше время это так не будет. Я не думаю, что это сценарий, который может как-то осуществиться. Так, скажите, как быть, когда сестер очень мало? Дорогая Анечка, нас вообще очень мало, мы хорошие христиан. Но в Евангелии Господь, зная об этом, говорит: не бойся, малое стадо. Не бойтесь, бедные, одинокие овечки. С вами Господь. Ибо Господь завещал вам царство. Христиан всегда было мало. И ничего в этом страшного нет. Соли тоже мало добавляют в пищу, но она очень сильно действует, соль. Так что бояться не нужно. И нужно не думать не о том, как сделать побольше, а как сделать лучше. Как сделать так, чтобы твоя душа была с Богом. Стяжи мирен дух, вокруг тебя спасутся тысячи людей. Вот что нужно. Если сестра милосердия, настоящая сестра милосердия, если у нее лицо светится радостью, если она тихая, кроткая, смиренная, соберутся обязательно люди вокруг. Ее служение принесет огромную пользу. А если будет много сестер, которые будут вот эти, как бабушки эти, ругаться и ссориться, и не давать прийти молодым, лучше бы их и не было. Так. И не нужны никакие ни планы, ни работы. А нужно делать потихонечку то, что вы можете. И на этом быть спокойными. Мы не можем никого спасти. Всех спасает только Бог. Мы можем поучаствовать в этом, в той мере, на которую мы способны. Не надо строить никаких грандиозных планов. Строить планы в громадье. У нас строили в 20 веке эти планы, и чем все это кончилось, вы знаете. Служение должно умягчать душу, что страсти обостряются, сердце чувствует. Конечно. Почему это происходит? Потому что как только действие как-то равно противодействию. Если мы начинаем трудиться, то тут же сатана тоже активизируется и не хочет нас отпустить, не хочет дать нам возможность прийти к Богу, а препятствует нам. Нужно происходить, нужно этого избавляться, исповедоваться нужно, причащаться, нужно больше и чаще обращаться за помощью к Богу. Вебинары в записи можно будет посмотреть, конечно. Вопросы о литургии вы можете высылать. За воцерковленные женщины не хочет выполнять, что необходимо. Ну, бывает такое. У нас однажды лежал один очень известный батюшка, которого считали старцем в реанимации. И сестра подошла сделать ему укол. А он ей говорит: я тебя делать укол не благословляю. Отойди от меня. Не благословляю, и все. Она подходит, говорит, к врачу. Доктор говорит: старец, говорит, не благословляет. А ему этот говорит: он тебе не старец, а больной. Делай. Так, из этой женщины как-то нужно на нее воздействовать, наверное. А на лосейка так по-разному можно. Можно и строгостью. Строгость тоже, только не жестокость и не грубость, а строгость может быть у сестры милосердия, конечно. Можно любовью, можно как-то ее там как-то поговорить, наверное, как-то, да. Ну, конечно, человек, да, это сложно. Как себя брать в руки, опять, когда тебе буквально как на речи падает. Но вы знаете, дорогие друзья, мне кажется, что смерть для нас с вами, это же не главная трагедия жизни. Главная трагедия – это грех. А смерть – это избавление от оков этой земной жизни. Смерть – это переход в другой лучший мир. Чего ж тут особенного? Ну, идти к больным, конечно. Я вот самое доброе впечатление о тех людях, которых я исповедовал в больнице, которые после этого умерли. Я уверен, что они ушли к Богу. А вот если человек остался жив, что он там еще натворит после своего выздоровления? Книга называется «Поучение о Водорофее». Негативно относятся к женщинам, в том числе к прихожанам. Ну что вы, я таких священников даже не знаю. Прихожанки – это же наш основной контингент наших приходов, наших храмов. Мне кажется, батюшка очень внимательно, даже чересчур, может, внимательно это бывает. Много знакомых моих женщин перестали ходить в храм, только мне это невозможно. Так отмечу, женщины в церкви не нужны. Леночка, вы в Самаре живете, да? Список священников мне пришлите, мы с ними поговорим. Мы их образуем, если такие есть, вам известны. Вот. Или помолитесь о них. Можно, еще можно молитвы менять в мир. И священник тоже может молитвкой извинить. Как бы он ни был, ну, устал, может быть, или еще что-то. Помолиться о нем. Как быть с унынием? Вот это действительно бывает. Это очень бывает такое уныние. Бывает иногда. Но надо понимать, что уныние не из-за больных, а из-за действия дьявола. Бывает из-за усталости. Поэтому, когда нападает уныние, такое расслабление, нужно лечь поспать, взять выходной, отдохнуть. Если прошло, значит, это была просто усталость, и надо дальше трудиться и соразмерять свои силы. Не надо стараться все сделать и работать 24 часа в сутки. Это будет не по силам. Вот. И понимать, что это просто действие дьявола, конечно. Несу служение в туберкулезном диспансере. Ну, можно, если в этом диспансере лечат только бездомные или бывшие заключенные, обычно туберкулезом болеют именно они.
то, конечно, можно перейти на какое-то другое место работы. Если видите свое, там, место такое, что там трудно вам работать, это, конечно, тяжелая очень работа, очень тяжелая. Я согласен. Так, когда не хватает времени, найти баланс между созданием внутреннего мира. Этот баланс, Анечка, находится опытным путем. Опытным путем. Вот Ава Дорофей, о котором мы говорили, вообще говорит, что устроение души – это 7/8. А внешние дела – 1/8. Но для монахов так может быть. Но для любого человека внутреннее важнее, чем внешнее. И надо сказать, что если будет в порядке внутреннее, больше будет и результата, больше будет плодов. Вот мы знаем и молимся, кто у нас самые известные святые. Те святые, которые жили в уединении, ушли от мира, они наибольшее влияние оказали на этот мир. Вот как выходит. А вот те люди, которые в мире все пытаются что-то сделать, революционеры какие-нибудь там, или деятели какие-то, ну и что, они только много ошибок очень допускают. Поэтому главное, конечно, это внутреннее состояние души, это очень важно. Может быть выгорание, но этим словом называют разные состояния. Усталость бывает, бывает психическая болезнь, бывает действие дьявола, бывает неправильная гордость, бывает, человек по гордости берет на себя больше, чем он может. Бывает, что он делает из тщеславия, и потом происходит плохо из-за этого. Бывает, что у него нет, он не обращает внимания на свой внутренний духовный мир. Редко причащается, не исповедуется, нет духовника, не умеет молиться, не читает Евангелие. Конечно, все выгорит в этом случае. Можно ли обучение мужчин на курсах милосердия? Я не знаю, мужчины у нас будут обучаться или нет. А? Будут обучаться, да. Ситуации по уходу крайне. Не хватает больше сил ухаживать за капризом, потому что это уход за ней. Ну, можно и сказать, если будешь так себя вести. У меня был случай с моей родственницей даже. Она начинала что-то кричать, что-то такое, возмущаться, шуметь. А делать сама ничего не могла, она была совершенно беспомощна. Я отходил в стороночку, сидел на стульчике и ждал. Она начинала звать потом меня. Я подходил к ней, она успокаивалась. Я говорю, ну что, успокоилась. Ну, давайте дальше там как-то так, конечно. Какая задача духовенства в делах милосердия? А, не работа, не сослужение, сестра милосердия. Но если это такое тяжелое служение, можно, может, вам не по силам, Мирочка, конечно, можно отказаться от этого, просить другое служение себя перевести. Задача духовенства в делах милосердия, как наладить связь между священником и мистричеством? Ну как, ну, сестры должны с милосердием относиться их к священникам, помогать им, ухаживать за ними, следить за ними. Такие сестричества тоже есть. Готовить еду для батюшки как-то, если он там подрясник ему погладить, может, где-то там постирать. Воротничок подшить, если матушка там не может этим заняться. Может быть, дома ему помочь, если нужна помощь. Вот как-то так расположиться к нему. Может, так, то, можно тоже такую цель поставить. С вашей стороны это тоже возможно. Как любовь к служению, нет ни сил, ни желания. Иногда случается, Анечка, всякое бывает. Всякое бывает иногда случается. Всякое случается, что поделаешь. Нужно уметь преодолевать это с помощью Божией. Молиться нужно и просить у Бога вразумления, исповедоваться. Ну и вот продолжать это делать все-таки. И потом проходит это. Такие бывают искушения трудные. В наше время о книжке добровольцев и важно ее заполнять. Про книжки «Сестер милосердия» я первый раз слышу. Мы бы не хотели такие книжки заводить. У нас книжка там ведется. Там все записывается, так что не волнуйтесь, там все в порядке будет. А здесь на земле как-то даже препятствовать будет. Там не будет записи, а будет только здесь. Ну и что толку? Часто возникает брезгливость по уходу за больным, хотя сама медик. Почему? Ну, бывают люди брезгливые, может, с этой брезгливостью как-то бороться. Я знаю одну женщину, у нас была сестра милосердия, у нее была боязнь грязи, как называется это, какая-то мизофобия. И она выносила горшки. Носила судно, а при этом руки каждый раз мыла, как хирург, знаете, моет. И каждое там пятнышко на себе там. Но вот она боролась с этим и смогла даже болезнь преодолеть. А тем более такую естественную брезгливость, конечно, можно преодолеть. Как быть в наших больницах, люди разной веры, возникают, чья религия лучше? Я думаю, что наше дело не спорить, а свидетельствовать. Если люди часто вступают в спор, не желая что-то услышать, а желая что-то доказать. С такими людьми лучше как-то не общаться, я думаю. Если действительно их интерес есть, можно рассказать. Но если это просто опровергнуть, особенно вот я знаю, люди других вер, они иногда бывают просто пеной у рта, доказывают, их не остановишь. Вот им что-то говоришь, они тебя не слушают, и свое опять продолжают, и снова свое. Ну какой смысл? Можно послушать из вежливости и сказать, простите, мне сейчас некогда, я тут делами занимаюсь.
и заняться уходом или еще чем-то. Все вопросы, да? Хорошо, дорогие друзья. Тогда я призываю на вас Божье благословение. Желаю вам помощи Божией в ваших трудах. И надеюсь, что мы с вами еще увидимся. До свидания.